с Аллой мы познакомились в апреле, и соцсети на тот момент для меня были просто темный лес. Я совершенно их не воспринимала как инструмент работы. То есть это скорее было такое вот общение, поддержание контакта с друзьями, с которыми мы обычно не успеваем встречаться. Вот. Но с момента нашего такого, да, плотного взаимодействия с апреля, то есть совершенно произошло переструктурирование, вообще понимание того, что такое соцсети. То есть ты реально воспринимаешь это уже как инструмент, ты уже понимаешь, как взаимодействовать, как создавать группы, сообщества, находить единомышленников. И это, конечно, кладезь. И кто для себя как бы еще не открыл вот эту вот тему соцсетей, я думаю, что просто не откладывайте совершенно, потому что момент такой, что все очень быстро развивается, и либо ты в этом потоке, да, и ты учишься, и ты взаимодействуешь, да, ты делаешь ошибки, в чем-то ты останавливаешься. Безусловно, ты должен свои какие-то внутренние страхи и преграды постоянно перерабатывать, но в этом и есть движение, и это интересно. Поэтому удачи всем!